Ну что, Димася, сможешь? Сейчас подойдем, посмотрим. Да, но тут... Туда идет, потом еще на дверь возвращаешь. Не для слабонервных это все дело. Да. Я смотрю, так все там настороженно идут. Ну, конечно. Не шутят. Да, красота. Высота, конечно... Серьезно, серьезно. Серьезно, тут может и голова немножко крутануть там. Да. Вот там, посередине прям. Да, прям посередине. Маму посеешь. И все. И не туда, и не сюда. И стопор войдешь. Пойдем? Пошли. Ляпота, скажи. Да. Подъем по камням, по камням, по камням. Все по камням. Покажу, расскажу, где все находится. Потом перейдем на ту сторону, там покажу, где все находится. Дальше отпущу, вы можете проходить здесь. Страшно, смотри вперед. Тише! Жесть. По машине. Это просто жесть. По центру выступай. Ну-ка, Димаша, я документирую. А что, у вас еще безналичные есть, да, вообще? Нет, это не так. Молодой человек. Форма. Чтобы пройти больше, карабин через прорезь. Вы продеваете. Второй перестегиваете. Держимся за оранжевое, посерединке идем. Дальше на прогулке. Не спеши. Ой, страшно. Ты что, вы уже не боитесь, да, ничего? Все пофиг. Блин, ну спешно, какие нервы надо иметь. Лет 5 отработать надо здесь, да и все, можно идти. Ну ладно. Да. Не торопи. А, Димасенька, за что мне это? Забери меня отсюда. Забери меня отсюда. Тут еще больше идти. Да, нет, и тут под горочку. Тут горка. Горка, да. На четвереньки. Ноги-то потрясывают все равно. Потрясывают, да. Ну что, девушка, как? Ну, когда камни там начали сыпаться, он что-то не очень так. Не очень, да? Прикольно, да. Не, я даже не вижу, кому, где, кому махать. А тут можно просто махать, и там снимать, Да. Карабин за или после? Ты не пофиг? Нет. Красота-то какая, а? Да. Ляпота, ну страшно, собака. Говорит, что вы, говорит, знаете о страсти? Аж до усрачки, да? Да, и что вы знаете? Смотреть, то как бы не особо и страшно. Ну, и говорит, что вы знаете о страхе? О страхе, говорит, я знаю все. Что, наверное, можно идти?
С Богом. Как? Страшно. Страшно. Когда особенно вот это оно шатается влево-вправо, ты понимаешь, что оно может и как бы соскочить. А, блин, но страшно. И будешь ты висеть потом на трассу спасательным. Я думал, что я ничего не боюсь, кажется, что есть вещи, которые все-таки, как говорится, вызывают у тебя чувство страха. Тёма, куда ты полез? Ты чего? Ты зачем вылез за, это, за ограждение? Я сейчас это, посидею последним голосом, который у меня на голове остался. Я хочу, чтобы ты да мы тебя сфоткаем, девчон. Дружок, пирожок. Давай в следующий раз сходим, Серёж. Да. Нет! Тёма, ты пойдёшь вниз. Здесь финиш. Не каждому дано пройти. Море сливается с небом, и практически горизонта не видно. Ой. А здесь обрыв, буквально метр, и все. Короче, Дима, я понял, который ты боишься. Боюсь. Такая вот красота. Как эта гора называется? Ай-Петри. А почему называется Ай-Петри, скажи? Ой, я даже... Потому что Петя, когда Петя. Тетя смотрела, когда, как прыгает Петя, она говорит, ай, Петя, и сама не прыгнула. Нельзя верить женщине. Да. Если даже вы хотите пойти с ним. Он спрыгнул, а она не стала. Вот. А я думаю, что он и кричал, а как же умереть в один день, понимаешь? И... Ой, Димася, Димася. Здесь у нас получается трассу тебя пристегнули и вниз тебя спустили, да? За один косарь. О, за 500 рублей. Нет, здесь 1000 стоит. А, здесь я не хочу. Да, кстати, да, 1000 спуск и 500 рублей. Игра со смертью. Вот он, полетел. Давай, давай. И самое главное, сколько много желающих спуститься. Но здесь я еще понимаю, здесь как бы спора нет, можно это сделать. Но там, там только вот такие вот герои могут. Да, Димасенька, это страшно. Не делайте этого, да? А когда это, посерединке стоишь, уже знаешь, назад дороги нету, да? Нету дороги, страшно. А знаешь, что страшно? Если вот эта вот дрянь, она так вот виляет. Потому что еще рядом, еще с тобой идут рядом, и она расшатывает. Если бы давали большой интервал, я считаю, было бы намного... А ты понимаешь, что печаль? В том, что сзади сбор с боков, бортов нет. Неловкое движение или перекос, и ты полетел. А у тебя еще одна рука. Одна рука. Димасенька, только не падает. Да, здесь, кстати, аккуратненько, аккуратненько надо. Тёр, правда, всю руку за то, что один. Йо-хоу! Давай, давай! Хорошо, пошли. Пошла шиповка. Ах! Перед городом Ялтой такой горный массив спускается параллельно к морю, да? Знаете, вон Магаби, в периоде Кучерявый, но сильно покрыт лесом, видите, каким густым. За Магаби находится Ливадия, где находится знаменитый Бео-Ливадийский дворец последнего императора Николая II. Впереди перед нами населенный пункт, поселок небольшой. Смотрите, левее это Гаспро, правее это Карииз, по центру это Мисхор. На территории Гаспро находится эмблема южного берега Крыма, замок на скале, ласточное гнездо. Смотрите, вот сюда видно, видите, такой мыс выступает в море. Там маленькое такое серое здание торчит, вот, видите, на берегу моря. Находится на высоте 38 метров, да, вот, на Аврольной скале. Вот такой девиз здесь. Хороший девиз. При подъеме. Камушки, камушки. Мисхор, Ай-Петри. Посадочный билет. 400 рублей в одну сторону. Это кошки встанем там. Как самочувствие? Что-то интересно, там же трапа. Можно помахать. Сколько километров?
Кстати, мы тут видели шашлык из баранины, лепешка, 530 рублей и 100 рублей пиво крымское, разливное. Пиво крымское. Всем приятного аппетита. Взаимно.